Далее краткий обзор событий от Камиля Девятова. Учащиеся Дагестанского государственного педагогического университета реализуют проект «Стенд в школе». Студенты изготавливают наглядные пособия стенда для средних общеобразовательных учреждений. Пособие показывает структуру построения компьютеров и компьютерных систем и будет дополнением к уроку информатики. В Москве был задержан генеральный директор ООО «Идрформат» Евгений Фельман за вымогательство на сумму около 200 тысяч долларов у группы «Сумма», владельцем которой является предприниматель из Дагестана Зияудин Магомедов. В отношении главы издательского дома возбуждено уголовное дело. На территории Дербента по подозрению в получении взятки был задержан оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию экстремизму МВД Республики Дагестан. Подозреваемый потребовал от местной жительницы, на которую было ранее совершено разбойное нападение, передать ему 4 миллиона рублей за установление лиц, совершенных данное преступление. Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович заявил, что у Дагестана очень хорошие шансы получить право принять один из следующих чемпионатов Европы по борьбе. По его словам, на 2018 год у них уже есть официальная заявка от Бухареста, и они также ждут заявки от России.